Мы продолжаем наш эфир. Представляете, у нас проект «Зоны в лицах». И сейчас вы бы видели, что у меня тут творится. Владимир Наренко, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, преподаватель детской школы искусств номер 2, сейчас присоединяется к нашему эфиру. Рядом со мной уже стоят барабаны. Вы их не видите, но я-то вот могу ими поиграть. Это все будет чуть позже. Сейчас для начала мы представим вам Владимира Федоровича. Да. Да все вы его знаете, но он в большинстве своем в ансамбле «Звоны» играет на духовых ударных инструментах. Ну, естественно, как баянист известен. Добрый вечер, Владимир. Располагайтесь как удобно, но что вы напряглись, прямо не знаю. С 2007 года вы в «Звонах», и как оно там так долго жить? Ну вот как-то прижился, да. Вот не с самого начала, конечно, в «Звонах», как вот некоторые наши старожилы. Не 25 лет, но это тоже солидно. У вас сколько это получается-то? 15 лет уже. 15 лет. Тоже юбилей? Ну можно сказать, да, в принципе. И не тянет? Уйти. Я всем задаю этот вопрос. Меня ваш руководитель, господин Лашкин, когда-нибудь вообще возненавидит. Не, ну надо задавать такие провокационные вопросы, да. В принципе, так. Ну, раз уже 15 лет, как бы я в «Звонах», значит, что-то меня там держит, значит, мне там интересно, в принципе. И не скажу, что собираюсь там уходить, там лет через 5, там 10, там, не знаю, через какой-то период, но. Я уже там прочно, в принципе, 15 лет, и мне там нравится, да. Так, у меня спрашивают, убрать барабаны или нет. Да, барабаны нам не мешают, не переживайте, дорогие наши люди. Знаете, вы вот, я говорил, что вы как игрок, на ударных инструментах человек что делает? Играет? Играет, да. Да. И у нас есть фрагмент концерта 2017 года в Абаканском дворце молодежи, где вы играете, ну там на всем подряд вы играете, и на вот этой свирельке или как их? Свирельки, жалейки. Жалейки, да. Там, ну, скорее всего, да, свирельки. Есть. Великолепный такой номер. Но финал его, где вы играете на дровах. На дровах. Девчонки выносят такой самодельный милофон, или как это называется? Ксилофон, скорее ксилофон, всего. Да. Народный ксилофон. Ксилофон, и вы играете на... Давайте мы его посмотрим сейчас. Ну, давайте, вспомним молодость. Да. Режиссер нашей трансляции Алина Иглота готова включить нам соло на дровах Владимира Наренко. Все, наслаждайтесь, и телефон нашей студии 22-41-18, подключайтесь, звоните, «Звоны» очень любят, когда вы им в эфире передаете приветы. Смотрим.
Владимир, ну откройте тайну, это настоящие дрова или все-таки это специальная там древесина, что-нибудь еще? Ну, это специально сделанные под инструмент дрова, красиво заточенные, так сказать. Нет, ну это вот береза какая-нибудь, обычные дрова, или покупали что-то? Ну, это самодельные, да, это березовые, да, все-таки. Но я это не мы делали, но специалисты, которые в этом разбираются, да. Но это же надо вот по тону, да? Ну, конечно, это надо выточить каждую древесинку, чтобы она именно звучала в тон, действительно. У кого еще есть такой, ну это же инструмент, можно сказать, это музыкальный. У кого есть такой инструмент еще у нас в республике или в России? Ну, в России это, конечно, есть. Вот, ну, нет, чтобы сказать, мы уникальны. Нет, это как бы, в принципе, распространенный инструмент. Вот, в таких народных ансамблях он используется. Ну, в республике вот у нас, только у нас. Больше я вроде ни у кого не видел такого инструмента. А как приходят идеи вот, начать вдруг играть на дровах? Вам других инструментов мало? Ой, да мы на чем только не играли у нас в ансамбле. У нас и пила использовалась, и всякие там, и коса. Ну, это вот чисто народные такие инструменты. Ну, не считая, конечно, там... С косой-то это опасно. Свирели, жалеки. Ну, и на пиле-то тоже, в принципе, опасно играть там. Нужно все-таки... Не по той стороне, где зубья, а нужно еще вовремя ее согнуть в это время, чтобы тоже какой-то звук был. Так мы в детстве, кстати, баловались на пиво. Ну вот, да. А как вы пришли вот к тому, что стали играть на баянах? Ну, я понимаю, формальный совершенно вопрос. Просто учился, не хотел быть математиком. А, буду на гармошке играть. Ну, хулиган. С детства это, естественно, пошло, конечно. А, из семьи? Из семьи, да. Вот у меня старший брат был музыкантом, тоже баянистом. Ну, в основном, как бы, глядя на него, я вот тоже захотел стать баянистом. Ну, и папа у меня играл на гармошке, самоучка. Мама тоже маленечко на балалайке. Так что, в принципе, семья была музыкальная. То есть у вас там своя группа «Звоны» практически была? Ну, да. А вот за братом я как бы тянулся, видел его, как он работает, как он играет. Вот поэтому тоже музыкальная школа, как всегда. И после школы, вообще-то, действительно, я не собирался стать музыкантом, а пошел вместе с друзьями по спорту. Я параллельно занимался легкой атлетикой. И вот мы все решили поступать в Красноярск на физвоспитание, в пединститут. Ну вот как-то волей судьбы мы туда не попали, и все-таки разошлись и все своими дорогами. Один стал военным, я вот, проезжая через Абакан, все-таки меня тянуло к музыке, поступил в музыкальное училище. И то вот, есть чисто случайно получается? Ну как, не случайно, вот меня разрывало как бы, или по спорту идти, или в музыку. Вот, наверное, с друзьями за компанию я пошел по спорту, но... Судьба меня все-таки на тропиночку музыкальную. Друзья хорошему не научат, как сказали бы некоторые маманьки. Вот, и судьба меня вырулила все-таки на музыкальную тропинку. И я как бы благодарен этому моменту, что я стал музыкантом. Теперь не жалею об этом. А со спортом-то витали? Ну, с большим спортом, можно сказать, завязал. А вот физкультуру я люблю и до сих пор. Бегаю, прыгаю, там, не знаю, там, катаюсь на роликах, там, зимой на лыжах, на коньках. Это все осталось. С ума сойти. Владимир Анаренко у нас в студии, и это проект «Звоны в лицах». У нас до такого, скажем так, перерывчика не музыкального, мы сейчас уйдем с вами на рекламу и прогноз погоды. Необычные манеры исполнения покорил жюри престижного музыкального конкурса в Новосибирске «Абаканский ансамбль «Сувенир». Преподавательский квартет школы искусств номер 2, рассказывает руководитель ансамбля, шел к участию в конкурсе целенаправленно. После третьего места в 2007 году взяли паузу. Несколько лет совершенствовали мастерство и в итоге были вознаграждены. Два первых места в разных номинациях отвоеваны у мастеров из всех уголков России и ближнего зарубежья. Это довольно-таки представительный конкурс, он по духу и по составу участников народный, потому что там все народные инструменты представлены, это гармоника, баян,
балалайка, домра, гусли даже, бандура, цимбалы. То есть все народные инструменты наших бывших республик. И вот этим искушенным в народной музыке слушателям наши музыканты представили далекую от академических канонов аранжировку. Это только на первый непосвященный взгляд кажется, что баян предназначен для исполнения исключительно народной музыки. На самом деле он может передать тончайшие переходы мелодии. А главное, свежо и убедительно звучит в сочетании с любыми музыкальными инструментами, вплоть до ударных. Виртуозное звучание баяна, выраженный ритм только подчеркивает. А главное, такой необычный микс баян, гитара, ударные отвечает разным вкусам. И для драйва, и для ритма. И просто и молодежи нравится, и более старшему поколению тоже не чуждо, потому что мы играем различную музыку, эстрадную, народную. Вместе с преподавателями в музыкальном конкурсе в Новосибирске участвовали двое учеников школы искусств номер 2. И оба вернулись с наградами. У Алексея Пилюгина второе место в номинации «Солисты», а Маргарита в дуэте с отцом и учителем Владимиром Наренко получила второе место в номинации «Династия». Говорит, в победе была уверена и не без оснований. Можно сказать, что они были в восторге, аплодировали нам. Жюри тоже проявляли интерес. О победе преподавателей и учеников директор школы Наталья Вологжина отзывается метафорой, называя ее первым зимним урожаем. Она полагает, что впереди еще много побед. Город, в котором столько внимания уделяется эстетическому воспитанию детей, открывает перед ними новые горизонты. Приятно смотреть сейчас, что строится художественная школа, строится концертный зал к центральной школе имени Кинеля. И мы сами вот полтора года назад расширились. Вот мы сейчас стоим в прекрасном зале, который, в общем-то, построился только полтора года назад. Это улучшились условия наших детей, а отсюда раз улучшились условия, значит, и появились новые проекты, новые традиции, новые результаты, хорошие результаты. Елена Лобанова, Евгений Сидельников, телевидение Абакан. Ну, как вы догадались, это и есть тот самый сувенир, сюжет, о котором вы только что увидели, сюжет Елены Лобановой аж от 2013 года. Это сколько лет назад, Владимир-то, было? Так, ну это уже 9 лет назад. 9 да? лет назад, какие вы там все молодые. И вас было меньше, откуда столько народу-то взялось? А вот это что за концертная студия Останкино у меня сегодня? Разрослись? Это как вот какой-то рассказик, мол, собачка маленькая, там еще, мне сказали, придет всего там пару человек, вот, пожалуйста, целый оркестр. Здравствуйте. Молчат все, скромные, 22-41-18 наш телефон. А создались вы? В 2004 году, у нас тогда действительно было мало. А, у вас еще не юбилей. Мало. Нет. Да, ну доживем до юбилея, через 2 года вам будет 20 лет. 20 лет. 20 лет. И чем порадуем? Давайте для начала, чтобы люди, господи, я как-то вжился с вами, я прямо стесняюсь уже. Что играть будем? Ну, для начала мы вам сыграем. Я думал, одни баянисты, у вас и ударная установка, гитара, не знаю, как называется, и ксилофоны. Ну, изначально это я выучил. У нас было действительно 2 баяна, бас-гитара и ударная установка. Вот в процессе, как действительно, это тогда подросла. Вы в Новосибирске какую-то премию получили? Да, первую премию мы получили в Новосибирске составом маленьким, квартетом. Вот. Сейчас разрослись маленечко, стало больше у нас. Семеро это не секстет, а как? Септет. Септет. О, септет. Септет народных инструментов у нас. Если гитару можно назвать народным инструментом. Ну и вон ту ударную установку тоже. Ну, играйте. Что играть будем? Давайте объявим. Давайте. Евгений Дербенко, «Орловский сувенир». Окей. Thank you.
Спасибо, вы великолепны. Я пойду знакомиться тогда сразу. Я вот к той жене. Мы знакомились уже, по-моему, однажды. Как-то пройти мне надо перед камерами. Ну, извините, может, там некрасиво пока. Здравствуйте. 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 Давайте вспоминать, где же мы с вами уже за барабанами. А мы много раз с вами уже знакомились. Да, каждый раз знакомимся. Меня Евгения зовут. Каждый раз как новый. Да, каждый раз, как первый раз, знакомимся. Зачем в сувенир пришли? Вы же где-то еще играете. Да, я много где играю, но сувенир – это я преемник первого барабанщика, который играл в сувенире, Владимира Федоровича Трусильникова, который основал вместе с Владимиром и Владимиром этот ансамбль. И получилось, когда случилась трагедия, Владимир Федорович ушел из жизни, к сожалению. Первые, кому обратились они, это я была. Они пришли и сказали, будешь с нами играть? Я говорю, у меня есть время подумать? Они сказали, нет. Я говорю, ну, значит, буду с вами играть. И вот так вот я и села в 2006 году, я села в этот ансамбль, и вот так вот. И... 2 года спустя, как он создан. Да, как создан был. И вот я уверенно сижу в этом кресле уже много лет. Слушайте, но все равно, давайте для тех, кто не знает историю вашу, а почему дама и на барабанах? Ну, почему не виолончель какая-нибудь? Не, а почему не арфа? Это вообще очень случайно получилось. На самом деле я не музыкант, и музыкантом быть не собиралась. Я поступала в институт. На филологию, на факультет филологический. Коллега. Я поступала туда, но не прошла, к сожалению, по... К счастью, не прошли. Там суффиксы, префиксы, аффиксы. Это такая головная боль. Да, ой. Я тоже думаю, это попроще будет. Поэтому я грустная вышла из института, из главного корпуса. Иду, думаю, ну все, назад в деревню поеду жить год. А потом вышло, что так вот повернуло, и смотрю, такое серое здание красивое, там люди такие интересные. Думаю, зайду, посмотрю, спрошу. Зашла, спросила, говорят, можно поступить? А куда хочешь поступить? Я говорю, я не знаю, ну куда? Ну вот, на эстрадное будешь поступать? Я говорю, ну буду. А на каком инструменте будешь играть? Я говорю, ну давайте на барабанах буду играть. Все такие, ой, на барабанах. Я говорю, ну да. Посмеялись надо мной все, а потом сказали, ну... Давай, будешь играть. Поступила я сразу, кстати, к Владимиру Федоровичу Трусильникову. Он набирал класс ударных инструментов. Я к нему сразу поступила, 4-й барабанщицей. И вот проучилась 4 года, сдала госы на 5-ке. Не, а почему тогда вы говорите, что вы не музыкант? Вот профессиональное образование. Ну, на самом деле, когда я поступила в музыкальный колледж, я не знала, что такое ноты. Я не понимала, что такое играть, что такое нота до, что вообще это такое, как этот нотный стан. А что, на барабане есть нота до? Ну, на барабане нет, но было же фортепиано общее, были инструменты. А это вы учили? Конечно, конечно. И за первый год я думала, если честно, сойду с ума и уйду, и брошу все. Много раз такое было, когда руки опускались. Но зато руки теперь тяжелые, наверное. Ну, нет. Легкая. Супруг есть? Женская, конечно. Что он говорит? Тяжелая рука? А, может, он тут? Нет? Здесь его нет? Здесь его нет. Каково быть мужем ударницы? Не ударницы коммунистического труда, а ударницы вот этих инструментов. Сколько палочек переломали? Вообще за всю карьеру 3 пары сломала. Об его спину ни одной. Его что? У него рука тяжелая. А, тяжелее, да? Тяжелее, чем у меня. Представляете, как у них в семье ударные инструменты. Ну, я сейчас договорюсь же до какой-нибудь гадости. Лучше я помолчу. Что будем... Какое ваше самое любимое произведение вот из того, что играет? Кстати, потом задам этот вопрос. У вас там есть петличка, вы можете говорить, Владимир. А вот это что такое за... Не знаю, осеменение звонами, извините, вот сейчас такая какая-то у меня биология пошла животноводческая, сейчас договорюсь вообще. Ну, то есть каждый, практически каждый участник звонов имеет какое-то свое еще музыкальное направление, группу, ансамбль, детей и все прочее. То есть если вот то, что вышло из звонов, объединить в одно, хотя бы вот тех же детей, которые у нас вот там маются в углу, это получится большая-большая школа,
по численности звонов. А музыкальных коллективов, так или иначе связанных со звонами, тоже ведь много. Почему? Ну, потому что в звонах на самом деле собрались люди, которые творческие. И, ну, если нескромно ответить, то самые лучшие музыканты в городе, так сказать, сливки. Правильно, нечего ложно скромничать. Поэтому каждый артист звонов, он уникален, и, естественно, он выражается во многих, так сказать, ипостасях, и вот у каждого артиста есть свой какой-то коллектив. Ну вот сувенир образовался, так сказать, я начал заниматься сувениром раньше, чем пришел звоны. А, то есть это звоны из вас вышли потом? Ну, вот она, где истина-то получается. А еще один вопрос к вам. Вот несчастная судьба человека, который играет на ударных инструментах. Почему? Почему несчастная? Да потому что вы все время, вот даже сейчас на заднем плане, вот видите, мы сидим прижатые к стене, у нас не очень красивые планы, вас меньше знают, нежели солистов. В этом плане, да, всегда на галерке, но зато меня везде слышно, из любого угла. Я даже за кулисами могу играть, а меня будут слышно. Самый главный и важный это же артист, сердце. Потому что это же сердце, как он будет стучать, так и будет играть. И ансамбль. А, то есть, так или иначе, они все под вашу руку пляшут. Да. Ну нет, не тяжелая рука. Ладно, под легкую вашу руку. А, что сыграем, Владимир, теперь? И люди добрые, звоните 22-41-18. Это что за безобразие? Не слышим мы ваших звонков. Ну вот мы очень часто сотрудничаем с ансамблем ударных инструментов «Ритмоискатели». Угу. Это вот это центр детского творчества. Нет? Руководитель да? стоит, да. Да. Я вас тоже школа. Музыкальную школу узнаю, вы у нас были. Номер один имени Кинеля. Да? Ну, мы были. И вот мы часто с ними играем. И вот хотим исполнить пару произведений в нашем совместном творчестве. Так что. Ну идите сюда, ребятишки. Приглашаем вас в студию. Заходите. У нас совместный коллективчик есть. Ребята из детской школы искусств номер 2. Так, они идут или нет? Да. Ну, ребята, не стесняйтесь, заходите. Значит, мы сейчас с вами исполним произведение, которое называется... Вставайте сюда, да? Заходите. Кукарача. Кукарача, да? Сперва они войдут? Сейчас. Разберемся. Так, я... Покучнее идите, вот туда идите, туда. Можно потрогать это? А это грядки... Ой, нет. Ладно. Так, тебя не будет видно, если ты сюда встал. Как зовут? Гряжев Михаил Евгеньевич. Михаил, вот сюда куда-нибудь, Михаил Евгеньевич. Сюда можно. Да. Здесь. Мальчишки, идите туда как-нибудь. Так, все, сердце ансамбля выжили. Вот такая схема. Смена, да. Мал да удал. Ну, тоже по стеночке сейчас разэтываю. Да ладно, не знаю я этот глагол. Все, начнем. Все. Нет, а тебе, стоп, а тебя как зовут? Валентин. Самый главный Валентин, смотрите, какой он серьезный. Да. Я ухожу, все. Валентин, можно пару слов расскажу? Да, давайте секунду. Значит, на самом деле Валентин Бондарев, он учится в детской школе искусств номер 2. И его отец, собственно говоря, есть один из основателей этого ансамбля. Просто отец по... Это был второй баянист, мой напарник. Да, тот, который сейчас уехал, это его сын, да. Так что... Молодец, Валентин, продолжай дело. Засмущали мальчишку. Thank you.
Спасибо. Много шума сделали, но это и хорошо. Соседи сверху не спят. Валентин, какими судьбами пришел играть на этом вот чуде? Дома есть такой инструмент? Нет. Нет. Повезло соседям. А сколько лет ты здесь занимаешься? Год. Как успехи? Хорошо. Ну, глупо, потому что я вопрос задал. Все видели, как успехи, как мальчишка играет на этом... Ксилофоне. Ксилофоне. На этом ксилофоне. До тех детей я не доберусь. У тебя Михаил Евгеньевич... Махнем, не глядя. Евгеньевич, да? Да. Михаил Евгеньевич, что за... Так, нам надо как-то в кадр. Давай вот, вот на Данила будем смотреть нашего первого. Что это за у тебя боченька? Похоже на колбасу. Что-то. Вы ребенка кормили перед эфиром? Ему колбаса мерещится вот в этой штуке. А как она? Она же не издает звуков. Это мексиканский инструмент, называется гуиро. Так, еще раз. Мексиканский инструмент называется гуиро. Вот, но похож он на колбасу, согласен. То есть это наша стиральная доска, вот как у нас на доске бабушка. А, нет, на гладильной вот этой доске. Да. Мексиканская. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Я хочу передать привет Владимиру Наренко. Огромное спасибо за то, что он воспитал такого прекрасного второго баяниста. Сыну передаю привет, а деткам, которые играют, упорство. Так, это ваша мама, да? Алексей Пилюгин. Маме привет. 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 Мама живете, нет? Нет, мама немножко в другом. Какое чудо! Благодаря нашему телевидению мать увидела сына. Как зовут маму? Мама Сахалина, Алла Леонидовна. Вы сейчас на Сахалине, да. Алла Леонидовна? Да, я с Сахалина вам звоню. Какой ужас, с ума сойти. Сколько там у вас времени-то? Да, времени это не важно. Главное, что... хорошо было. Сын, давай матери привет. Привет, привет. Увидимся. Не болейте, чтобы никаких штормов у вас там не было, землетрясений, циклонов, чтобы ничего не было, вот прямо ничего, все было хорошо, Сахалин, Форева. Ой, я что-то заговорился. Спасибо за сына. Растерялся. Алексей Пилюгин растерялся, но у нас есть... А, вы уже, дети, выстроились, да? Я девочку-то обошел вниманием, это вообще не прилично. Ну, Валентина, куда загнали, его вообще там не видно будет. Да ладно это. Кто ты? Я там, Коротких Тамара. Давно работаешь в школе? 3 года. 3 года? А почему Я понимаю, что пример заразителен, а почему ты-то выбрала ударные? Ну, я тоже выбрала, а да. А не арфу? Потому что... Арфа большая и тяжелая? Нет, не в этом дело. Просто... Там много струн? Нет, барабан просто самый интересный такой инструмент. Почему? Такой вот он громкий. Стучи, да стучи. Честно, громкий он сам по себе, интересный. Учишься в нем. Там разные инструменты, даже не только барабан. Угу. Ладно, давайте, что мы услышим, Владимир? Ну, вот сейчас нам детишки тоже помогут, помогут сыграть песню из репертуара Джо Дассена. «Так атака» называется. Ну, ее все знают. Так помним, что... да, помним. Узнаете эту мелодию.
Большое вам спасибо. Итак, кто у нас тут на дом? На домра. Домра. Вероника меня интересует. Вероника, вот пока я тут по-партизански вел трансляцию в соцсетях, вас там опознала Елена Курнавкина, передает вам привет. Не знаете? Спасибо, конечно. Ну, это ее фамилия Поможе, возможно? Наверное. Еще Плетенкина наша. А, ну, конечно, да. Мы с ней вместе учились. Да, на домре? Да, да. В итоге она теперь не работает на домре, а это ваша профессия. Как вы пришли к ней? Интересно, да, вот так ведешь трансляцию. Опа, это же Вероника, и там так много воспитаний. Привет вам. Ну да, очень приятно, что узнают, помнят. Мне было 11 лет, и я пришла в музыкальную школу. Ну, хотела играть на фортепиано. Но так как я уже была девочка взросленькая, поэтому предложили мне домру или баян. Ну, баян я знала, потому что на баяне у меня папа играет. А домра я не знала, что такое, но когда Вера Владимировна Лашкина, потом впоследствии уже мой учитель, я посмотрела на домру, посмотрела, какая она маленькая, поняла, что баян я не подниму, поэтому я пошла на домру. Вот это был мой выбор, и не жалею ни капельки. А в сувенире как оказались? А в сувенире я оказалась буквально месяц назад. О, так дебютантка. Дебютант. Кого подсидели? Слава богу, никого. У нас просто текучка, как у всех других музыкантов. Вот. Неправильно вы говорите, Владимир. Расширяемся, растем. Предыдущий домрист просто ушел в армию у нас, забрали в армию. Да, поэтому... Зачем же вы военнообязанных-то берете? Ну вот студент был, отучился и ушел дальше. Играет в военном оркестре. Да. Хорошо устроился. На одной сцене с Киркоровым. Не помню имя отчества. Филипп Бедросович. А что у нас? Филипп уже с военными поет? В общем, он дал фейковую информацию и теперь раскаивается, сидит. Вероника, ну, успехов. Я надеюсь, не разочаруетесь. А у нас еще есть номера? Есть. А у нас есть звонки 22-41-18? Абакан, вы просто позорите свой город. Сахалин занят, а вы сидите и молчите. Неправильно это. Прямо сейчас музыканты обидятся и уйдут. Да, и я начну говорить какие-нибудь жуткие вещи про политику. Что будем слушать? Так, ну у нас еще есть для зрителей пару произведений. Но если есть время, то мы сыграем оба. У нас есть время для вас, чтобы тогда не было времени. Тогда сейчас мы сыграем «Русская интермеца» Владимира Дмитриева. Хорошо, я покину вас вот сюда. Я не знаю, как вы сидите, да? Улыбайтесь.
Спасибо, спасибо. Валентин, выходи сюда. Иди, иди сюда. У нас есть сюрприз для тебя. Ты давно вообще с папой общался? Нет, недавно. Когда? День назад, сегодня. Папа его нам написал в WhatsApp, наш менеджер, куда подойти, не знаю я, куда подойти, нам надо как-то в кадр, папа, к ребенку меня просят подойти, я тогда загоражу Владимира, но тем не менее. Папа вот передает тебе огромный привет из Заполярного круга, и не только тебе, и своим друзьям, любимому коллективу, и своему сыну Бондареву Валентину. Ну что, посмотри камеру, папа тебя смотрит сейчас, привет ему. Привет, передай. Привет, пап. Так, любимый коллектив, а вы? Мы тоже передаем привет нашему товарищу Владимиру Бондареву. Из Заполярного круга, это где он? В Норильске. В Норильске. Ну, там уже зима. Ну, иди садись. Хорошего папа сына воспитал. Там и холодно сейчас. Да, мерзнет, понимаешь ли, а мы тут жарко нам... Так, а у меня еще одна дама же есть, не у меня, у вас. Тогда я вот, господи, худею, худею, все никак не похудею. Здравствуйте, вас как зовут? Елена. А вы как давно здесь? Ой, Владимир Федорович. Ну ладно, у женщин не спрашивают вообще про даты какие-то. Она у нас периодически играла, да. Мы ее да, я вот поэтому и хочу по чуть-чуть, спросить. А потом решили оставить надолго. Сильно не нравится работать тут? Да нет, наоборот, нравится. Честно? Честно. Как часто концерты? Ой, бывает частенько, но бывает немножко из-за тиши. Обычно это спрашиваю у мужчин. Но сейчас я спрошу у вас. А вот эти вот пальцы... Да. С мозолями, конечно. Боже мой, видели бы вы. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, здесь нет. Здесь нормально? Здесь театр, да. Женщина лишает себя по доброй воле маникюра. Хотя, может, это все наоборот в целях экономии. Почему? Сколько сейчас маникюр стоит? Ну, ты... 1200, наверное? Ну, кто знает. Да, Алина сразу говорит, смотря какой там... Смотря кто, говоришь, Алина, режиссер? Регион. Причем тут регион? Ну, в общем, ей виднее. В общем, дорого стоит маникюр. У вас вот одно спасение, мол, добро. Тяжело вообще? Больно? Поначалу больно, потом нормально. Вы с детства? С 9 лет. Ого, это стаж. А свое что-нибудь пробовали писать, там, сочинять? Честно говоря, нет. А глаза-то честные, да? Рассказы, прозу. Да вы что, издавались? Нет. Смотрите, у нас есть журнал «Абакан», он теперь выходит в новом вот обличии, такой формат поменял немного, чтобы удобно было носить на маленький. Мы там публикуем местных, не обязательно профессионалов. Хорошо. Присылайте, приносите, мы обязательно опубликуем вас. А вы напишите музыку на ее стихи? Пробовали, музыку Владимир? Писать, только обрабатываю. Ну музыку так пора. Пишет, музыку пишет народ, как говорила классика. Тогда коллективным разом... Музыканты аранжируют. Есть какие-нибудь стихи такие пронзительные? Ну, про любовь. Сейчас бы опа, и симпровизировали, поди, нет? Ну, это довольно-таки сложно. Будут стихи, будет музыка. В общем, озадачили. У нас осталось 10 минут. Наш телефон 22-41-18. И есть еще что у нас сыграть? Да, мы можем. Или мне приставать, продолжать к вашим, к вашим людям? А то я ведь могу не останавливаться. Хорошо, мне теперь надо как-то красиво выйти. А вы играете что, Владимир, сейчас? Сейчас мы представим на ваш суд попурри на кавказские темы. О боже, кавказскую кухню знаю, попурри на кавказский, а что там, суликода и все? Ну еще услышите пару лезгиночек. Да, ну да. Давайте, интересно.
было в нашей студии. Я про ударные инструменты. Действительно, сердце коллектива. Да. Мощное. Прямо мощное. Бедный потолок. Иду к единственному человеку, который как бы не народник. Ну, вы тоже не народница. Да и вы не народник. Мы с вами тоже знакомились, но давайте представьте. Дмитрий меня зовут, Дмитрий Пресняк. Дмитрий, а гитара каким образом вот с ними сочетается? Ну, просто не, в принципе, с ними вообще легко играть, как бы, и приятно. Один раз попросили сыграть на концерте, вот остался в этом коллективе. Сколько уже лет? Лет 5, наверное. Вадим Федорович, сколько, я не помню. Ну да, где-то так. Возможно, ну, да. Как где-то быстро летит время в ансамбле «Сувенир»? Как быстро летит время в ансамбле «Сувенир»? Никто не знает, сколько он играет в этом ансамбле. То есть, получается, все говорят, а мы, а когда? Ой, а мы когда? А уже 10 лет прошло, ничего себе. Быстро очень. Так, у нас ансамбль. А вот 16 ноября у нас же будет большой концерт «Звонов». Вы на него пойдете, на концерт «Звонов»? Билеты купили или вас бесплатно пропустят? Пойдем, конечно, обязательно. И опять глаза честные. Тут все люди с честными глазами. Да. Вот мы с Евгением точно будем на этом концерте, потому что Работаете. Евгений Кряжев тоже является у нас участником ансамбля «Звоны», сессионным музыкантом. И вот его иногда тоже приглашают на самые ответственные концерты, поэтому в этом концерте он тоже участвует. Так что мы с ним точно пойдем. А вы в «Звонах» местечко себе не нашли еще? Пока еще нет. Не пытались? Пока нет, но говорю, будем подыскивать. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Алексей Иванович, с удовольствием смотрим ваши передачи вовремя. В очередной раз вам спасибо, что доставляете нам такое удовольствие, знакомя с нашими хакасскими талантами. Молодцы. Очень хотелось бы посмотреть, а поближе познакомиться с творчеством Софьи Горбунова из Каштыпа. Спасибо. Спасибо. К сожалению, я даже пока не знаю, кто это. Ну, узнаем. Да. Что? Поет? Вот мы через Веронику. Вероника, да? Да. Через Веронику найдем ее. Через Веронику. Спасибо ансамблю «Сувениры», что пришли к нам. «Сувенир», что пришли к нам. На финал мы что, чем порадуем людей? Так, ну. 3 минуты у нас. Финал должен быть. 4 уже минуты. Сейчас будете пока молчать, 5 добавим. Ну, и чтобы добры были. А, вы исчерпались. Видите, я говорю, у нас ансамбль просто как бы поменялся практически. Да. И вот добры влились буквально вот месяц мы играем. Поэтому... Вот она дискриминация по половому признаку. Феминисты России, где бы? Вот здесь женщинам в «Сувенире» играть не дают. Представляете, дискриминация. Нет, мы даем играть. Вон, пожалуйста, Евгения сидит, играет у нас уже сколько лет. Девочки, я надеюсь, тоже задержатся здесь надолго. Ну, давайте быстрее определимся, а то... Так, ну, я так думал, что это будет последнее. Ну... Танго? Ну давайте танго. Ну тогда, и да. Танго. На ночь глядя танго. Если мы не успеем с вами попрощаться, на всякий случай всем вам доброй ночи и удачи, а вам счастья. Спасибо.
Thank you.